ту-ти-ту-ти-ту-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-та. Да-да-да-да. Алло, риэлтор? Да, здравствуйте. Да, так, да, Роза Марковна, так я ж был у вас вчера. Да я помню, что вы к нам вчера приходили. Но вы к нам больше не приходите. Ни квартиру нашу не продавайте. Роза Марковна, так а что произошло? Мы ж так вчера хорошо посидели. Я вам сделал анализ цен рынка, срез цен по вашему району, вывели объективную стоимость старта продажи вашей квартиры. Не, ну то, что наша квартира стоит не 100 тысяч, а 60, это мы уже поняли. Но неприятный осадок все равно таки остался. Лев Рохман работает головой, а не руками, растворяясь в работе без осадка.